Всем привет! Вы на канале Лазница. Меня зовут Вика. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Я снимаю уроки причесок. У меня канал только о прическах. Так что, если вам эта тема интересна, то добро пожаловать. И давно на моем канале не было рубрики «Повторяю прически из Инстаграм». И сегодня как раз я решила для вас повторить вот такую вот прическу. Во-первых, мне очень понравилась техника этой прически. И во-вторых, я поняла, что у меня есть такое же украшение, и просто грех не повторить эту прическу было. Делаем пробор, который вы любите, я сделала по центру. Если нужно, оставляем прядки у лица и начинаем завязывать хвостики. Перед работой я взбрызгиваю блеском от Estelle, и вот такими вертикальными проборами я завязываю много-много-много хвостиков, в общем, по кругу, по всей голове, вдоль краевой линии роста волос. Проборы можно убрать вот таким вот образом, просто провести двумя пальчиками по прядкам. И вот у нас есть много-много хвостиков, и будем дальше делать эти красивые цветочки. Я опять беру резиночку, несколько раз оборачиваю. И теперь, смотрите, я беру, протягиваю прядку и оставляю ее на большом пальце. Теперь перекручиваю резинку. И теперь через эту петельку еще раз протягиваю волосы и оставляю их на большом пальце. Опять перекручиваю резинку. И опять через эту петельку забираю волосы на большой палец. В конце резинку просто дозавязываю, когда волосы закончились. И получается вот такой вот цветочек. Необычно и очень красиво. Но делая эту прическу, можно психануть, так что аккуратно. Потому что это очень долго и нудно делается, если честно. Вот сейчас в реальном времени видео. И, как вы видите, на один цветочек минута-две уходит. А если вы впервые это делаете, то и все 5 минут. И вот, как вы видите, я забираю волосы на большой пальчик, перекручиваю резинку и опять забираю волосы на большой палец, чтобы все эти лепесточки были одинакового размера. Вот для чего забираю на большой палец. Так получается ровный цветочек.
Надеюсь, что вам все видно и вы поняли, как делать эти цветочки. Поэтому не буду вас мучить съемкой в реальном времени и немножко ускорю. Но и вырезать тоже не хочу, чтобы вы видели весь процесс. Теперь каждый цветочек, каждый лепесточек я вот так вот раскрываю, распушаю, фиксирую лаком и невидимками, то есть строю такой красивый веночек теперь из этих цветков, чтобы нигде не было дыр каких-то ненужных, чтобы красивый был такой рисунок по всей голове. То есть вы видите, я просто хаотично вот так вот раскрываю лепесточки, где-то подкалываю, где-то не подкалываю. И делаю так со всеми цветочками. Если вы повторяете со мной, надеюсь, что у вас все получается. Буду рада, если будете отмечать меня в Инстаграме и эту девочку тоже. Нам с ней будет очень приятно. Заканчиваю прическу, последние цветочки оформляю. И теперь беру то самое украшение, такое же, как в прическе, которую я повторяю, и цепляю его также. Дополнительно закрепить можно невидимками, и прическа готова. Очень надеюсь, что у меня получилось повторить. Не забудьте подписаться на мой канал. Впереди очень много интересных причесок. Так что жмите на эту красную кнопочку. Если вам понравилось это видео, то оставляйте сердечки в комментариях и лайки. Давайте наберем 1000 лайков и 500 комментариев под этим видео. Можете неограниченное количество сердечек ставить в комментариях. И тогда сразу выйдет следующая часть. Я подберу какую-то интересную еще прическу и обязательно повторю ее для вас. Подписывайтесь на мой Инстаграм, отмечайте меня на своих прическах в Инстаграм. Я всех лайкаю, мне очень приятно это. И на сегодня у меня было все. С вами была Лазница Вика. Всех целую и всем пока-пока!